В нашей постоянной рубрике «Мобильный репортер», куда любой местный житель может прислать свое видео, сегодня весьма необычный сюжет. Как правило, зрители снимают всевозможные нарушения, связанные с работой коммунальных служб, но в этот раз было запечатлено масштабное ДТП. Жители одного из новых районов Видного стали свидетелями, как внедорожник, следуя по дворам, где плотно припаркованы автомобили, задевает некоторые из них. Что творит? Подробности инцидента нам рассказал по телефону представитель отдела ГИБДД по Ленинскому району. 18 января 2018 года в 0 часов 47 минут в Ленинском районе, город Видное, бульвар Зеленая аллея, у дома номер 3 водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на припаркованные транспортные средства. Некоторые средства массовой информации, которые также показали эти съемки, объявили, что в результате действий нетрезвого водителя было повреждено 12 автомобилей. Как нам сообщили в отделе ГИБДД по Ленинскому району, цифра эта намного скромнее, но вины водителя это, конечно, не умаляет. По данному факту составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации. Оформлен материал по дорожно-транспортному происшествию, в результате которых пострадало 5 единиц транспортных средств. Езда по дворам продолжалась не более 5 минут, пока, наконец, виновник происшествия сам не врезался в ограждение, где его и застали сотрудники дорожной полиции. Помимо лишения прав, к нему могут быть применены такие санкции, как административный арест или исправительные работы. Также беспечному ездоку придется компенсировать материальный ущерб.